Всем привет! Блокпост начинает работу. Всем привет! Темой сегодняшнего внезапно неожиданного выпуска станет ответ на три вопроса. Что было, что есть и что будет на нашем с вами канале. Во-первых, в строках хочется вспомнить, что совсем недавно прошел такой замечательный праздник, как День Учителя. Всех причастных к педагогическому поприщу, друзья мои, коллеги, поздравляю с прошедшим праздником, желаю вам терпения, здоровья, удачи, верьте в себя и помните, что вы занимаетесь, в общем-то, очень нужным делом, хотя государство нас не всегда зарплатой это подтверждает. А всех далеких от этого дела... Ну что сказать, ребят, поверьте, хлеб учителя не очень мягкий и совсем-совсем не сладкий. Но не будем о грустном. Теперь, что у нас происходит здесь сейчас, сегодня? Работа кипит. Как видите, посадил первых 12 всадников русской поместной конницы в седло. Осталось еще 48. Обалдеть. Да, но я как-то не ленюсь, стараюсь, работаю. Вообще, знаете, интересно, выходит с этими хобби-роликами. Сам очень люблю на чужих каналах смотреть, как люди что делают, красят, там, конверсят. Всегда это интересно, в плане посмотреть, поучиться чему-то. Но если снимать, то, блин, это такой геморрой на самом деле. Вот смотрите, я начал... вот эту работу над этой конницей в сентябре, сейчас, соответственно, у нас октябрь, закончить планирую все нормально к Новому году, а на канале вы увидите уже полностью собранный ролик, ну, где-то в районе марта. Вот такая непростая штука, длительная, но интересная, потому что все-таки наше с вами хобби – это творчество по сути своей. Так, кстати, о хобби и о творчестве, ну и о хобби-роликах. Что нас ждет в ближайшем будущем на канале? Значит, в начале октября вы уже увидели анбокс вот этой коробочки, да? Европейская легкая кавалерия, сет 1. В конце 24 числа вы увидите на канале продолжение анбокса, соответственно, сет номер 2. Вот, поэтому у нас в октябре будет вот так вот, одни анбоксы. Зато, обещаю, в ноябре исправлюсь, и там будут два подряд выпуска уже хобби-части. Там буду показывать, что я с этими всадниками делаю. И, наверное, даже еще и в декабре, там три выпуска, потому что. Вот, но так как анбоксы не всем интересны, тем более в 72-й масштаб он не для каждого, не для всех, тем более, что этот период тоже интересует не всех, я придумал следующее. Если все пойдет хорошо, то где-нибудь числа 15 октября я выложу на канал хобби-ролик, никак не связанный с нынешним проектом. Это будет просто хобби-выпуск, где я буду кое-чего делать. Думаю, что интересно для многих это будет. Из старых запасов нашел, думаю, надо людям показать, почему бы и нет в конце концов. А вот что, не скажу, сами увидите уже скоро. А на этом с новостями у меня все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем пока.